токарный станок МН-80 был собран без контрпривода. С электромотора передача производится сразу непосредственно на шпиндель через клиноременную передачу. Но получается очень маленькое передачное отношение, 1:2,5. Поэтому на низких оборотах крутящий момент очень маленький. И была произведена переделка на поликлиновый ремень с увеличением передачного отношения 1:6. Для привода шпинделя был взят поликлиновый ремень от стиральной машины. На этом же станке были вытащены два шкива. Шкив для шпинделя, и паз был продолблен опять же на этом станке вот таким резцом, 6-миллиметровый паз под шпонку, и выточен шкив на электродвигатель. После сборки станок выглядит таким образом. Большой шкив установлен на шпинделе, малый шкив установлен на электромоторе, система натяжения с эксцентриком и пружина стоит для того, чтобы поднимать платформу с двигателем и ослаблять ремешок. И система частотного управления. С потенциометром можно менять частоту вращения. Сейчас ремешок установлен на среднем шкиве. И реверс. Все одним тумблером. В итоге были получены такие вот передачные отношения. Максимальное передачное отношение 1:6.